Школа правильного питания откроется вскоре на базе Ангарского йога-центра. Об этом на пресс-конференции рассказал признанный мастер аюрведической кухни из Красноярска Тахир Хаиров. По его словам, именно предлагаемая школой система – самый простой и эффективный способ поддержания здоровья, молодости и красоты человека. Пища должна удовлетворять наши тактильные ощущения. То есть, когда мы ее кушаем, вот на Востоке все в основном руками кушают. Не просто так, потому что когда вы в рот кладете пищу, она там что-то хрустит, летает, вот такое. То есть тактильные ощущения тоже очень важны. И когда мы готовим пищу или ее вкушаем, происходит из нее исходит такой приятный аромат, она благоухает. Основой аюрведической кухни служат свежие овощи, фрукты, орехи и мед. Такая пища не оставляет тяжести в желудке, увеличивает работоспособность и улучшает настроение.